Мне очень приятно официально открыть Кубок развития, в котором участвует 10 команд из Европы и других стран, которые приехали, чтобы соревноваться на самом высоком уровне молодежных соревнований. UEFA Assist уже третий год оказывает поддержку вашему турниру, и мы рады приветствовать Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан из Азиатской конфедерации футбола. Возможность обмениваться опытом и учиться друг у друга будет иметь большое значение для всех участвующих команд и помогает игрокам развиться. Мы всем желаем удачи в этом турниру, который, я уверен, будет очень успешным.